Этот вот специалист по уличной тактике в красных шортах продумал индивидуальную технологию безопасного отступления. Вот он, руководил перекрытием улицы, а потом с помощью заранее приготовленного ребенка сумел скрыться. Подобными методами обычно пользуются террористы, прикрываясь живым щитом. Они просто пошли в суд. На основании чего? На основании монтированного ролика, непонятно откуда взятого. Сергей мой лучший друг. Он крестный моего старшего сына. Он двоюродный брат моей жены. Это, ну, не знаю, это мой родственник. Мы идем в СК. Я захожу в СК. Говорю им, что я пришел сам. И вы должны снять этот момент, потому что я не хочу, чтобы они на своих пропагандистских каналах показывали, что они меня там захватили. Мужчина координировал действия толпы, при этом прикрывался чужим грудным ребенком.